рассказывать не буду. Он средний томат, 90-100 плодов, как в принципе по всем томатам. Единственная особенность у него хорошее количество бицепсов. У него выше в среднем 6,2% сухих веществ. То есть очень хорошо подходит для производителей томатной пасты, для производителей томатного сока, концентратов томатного сока. Устойчив к основным заболеваниям. И очень дружное дозревание плодов. То есть практически, ну не 90%, потому что есть гибриды, которые, я попозже, ну, чуть дальше про них расскажу, дозревают там 90% одновременного дозревания. В принципе, за одну выборку можно зачистить полностью поле. Здесь где-то порядка там 75-80% одновременного дозревания по тому. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.